Смотрите, ну что тут? Утром она была, покормила их и смылась. Так, а посмотрим. Она их кормит очень интересно. Я думала, она их кормит по очереди. Ой, пойди сюда, еще залезть надо. Смотрите, она их кормит по очереди. Вот он здоровый, он такой наглый. Он все у нее этот. Вот я их 5 утра забрала, смотрите, сколько они насрали. А еще только 12. Ты представляешь? Это ужас. По очереди кормим. Сначала большого накормим, потом малого. Он меньше. Вот есть хотят. Думают, что это мамка пришла, это тетка пришла. Ну, короче, насрали порядочно. Убирать надо 2 раза в день. Как в этом свинарнике. Ну, сидят. Ну и что это будет? А? Боже мой, вам ни жарко, ни холодно. Вот такие тут усики. Вот такие кутусики. Он тут большой. У того прям за сутки он крылья выросли. Ну, в тепле они сидели ночью же у меня дома. Так пищали, веселились. А на улице прохладнее, то рот закрыли сразу. Видишь, развернулся. А этот кушать маленький, а тот большой уже наелся. У него полное это. Ждут мамку. Ну, ждите. Сейчас придет. Ожидайте. Ну, не насирайте. Ну, срут он, видите, как-то неинтересно на палочке. Не просто так. В гнездо не серут. Ходят в туалет на улицу. На палочке. Все. Кусать хочешь? Сейчас придет она, видишь, хочет малой кусать. Сейчас она придет. А тот уже наелся, лежит пола на полу. Сейчас придет, жди, она собирает.